же ты? Я задавал себе тот же вопрос. Я сын панды, сын гуся, ученик, учитель, а я все это вместе. Я есть воин дракона. Hey, girl, don't talk that way. You're worth more than you know. You can do anything you want, as long as you follow through. I knew your daddy told you, your teacher did the same. They told you that you have to fit, but you don't fit that frame. Изволили говорить, что Иисуса не было на свете. Именно это я говорил. А вы соглашались с вашим собеседником? На все 100. Изумительно. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно. Позвольте вас поблагодарить от всей души. А за что это вы его благодарите? За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно. Но позвольте вас спросить, а как же быть с доказательствами бытия Божия? Коих, как известно, существует ровно 5. Ни одно из этих доказательств ровным счетом ничего не стоит. Ведь согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может. Браво, браво! И полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез. Он начисто разрушил все 5 доказательств. А затем, словно в насмешку над самим собою, соорудил собственное, 6-е доказательство. Но доказательство Канта также неубедительно. Да взять бы этого Канта за такие доказательства! И годы на 3 в лагеря! Иван. Именно. Именно. Ему там самое место. Ведь говорил я ему тогда, за завтраком. Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но более непонятно. Над вами потешаться будут. За завтраком Канту? Но отправить его в лагеря невозможно. По той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем самые дальние лагеря. И извлечь его оттуда никоим образом нельзя. А жаль. И мне жаль. Ну вот такой вопрос мне беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человек управляет! Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторый, более-менее приличный срок, ну хотя бы лет на 1000. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? И действительно, вообразите себе, что вы, например, начали управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг у вас саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы чего неладное бросаете к ученым-врачам, затем к шалатанам, бывает и к гадалкам, как первый, так и второй, так и третий, совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего
Более толку нет никакого, сжигают его печи. А бывает еще хуже. Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что он сам собой управил так? Неправильно ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Да. Да, человек смертен. С этим только свой. Но дело в том, да, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Ну это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну если, конечно, на Вронный не на голову свалится кирпич. Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает. Уверяю вас. Вы умрете другой смертью. Я специалист. Вы историк. Я историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Христос существовал. Видите ли, профессор, мы по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения, просто он существовал. И больше ничего. Но нужны же какие-то доказательства. И доказательств никаких не требуется, все просто. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.